согласовать отсутствие в своих научных и учебных заведениях, где мы работаем. И тем не менее мы находимся здесь. Спасибо огромное. Честно говоря, когда мы предложили провести очередную конференцию в Армении, я Светлане Алексеевне сказал: Светлана Алексеевна, если где-то вот из-за рубежа, для Армении из-за рубежа, вот где-то 50 участников, это очень хорошо. Если 30, то это хорошо. Но, как вы знаете, 80 участников из разных стран, из Польши, из Белоруссии, из Латвии, из Казахстана, из Украины, одним словом, из России, естественно. Вот. И я считаю, что это на самом деле... Из Греции, да, извините. Но я скажу так, на самом деле, судя по вот вчера, позавчера, ну и за последние дни, я надеюсь, было все замечательно. По крайней мере, судя по отзывам, все было замечательно. Естественно, как сказал Манук Ашотович, были какие-то недостатки организационного характера. Но я думаю, что это есть во всех конференциях. Я думаю, что мы снисходительно относимся к таким вещам. Ну, простите, конечно, если что-то было не так. Но и тем не менее, самое главное, вот то общение, которое здесь произошло, те знакомства, которые произошло на армянской земле. Я уверен, что очень многие из вас нашли новые контакты, приобрели новые идеи, и с этими идеями мы возвращаемся в свои учебные заведения. И возможно, что в дальнейшем у нас будут новые научные труды, новые какие-то проекты совместные, и это будет самым главным достижением этой конференции, которую вот мы провели вот за эту неделю. Спасибо еще раз огромное. Спасибо, Манук Ашотович, за все, что было сделано здесь. На самом деле, в целом, было организовано очень хорошо. Вот. Спасибо всем ребятам, которые помогли в организации этой конференции. Вот девушка, которая очень красивая, прекрасная, вот, которую встретили. Вот. Ну, одним словом, спасибо за все. Да, да. Ну, армянские девушки все красивые. Вот. Ну, наши коллеги это вчера подтвердили. Я-то это знаю давно, но вчера вот мне все говорят, ну вот армянские девушки очень красивые. Ну вот, так и есть. Спасибо огромное организаторам здесь на месте. Спасибо огромное. У нас же были локальные комитеты в Армении, в Белоруссии, в Украине, в России. Был организационный комитет, были председатели организационного комитета, это Емельян и академик Закарян с армянской стороны. Всем спасибо огромное. Светлана Алексеевна, вы же знаете, что эта конференция, я уже говорил, я не стану повторять, эта конференция была посвящена Светлане Алексеевне на самом деле. И вот я сказал и повторю еще раз, я думаю, что это самый большой подарок, который вы, она сама так считает, что самый большой подарок, вот эта конференция, которая... Для меня, да, для меня это самый большой подарок. Спасибо огромное. До новых встреч. Здесь на нас. Небольшое объявление. Обед будет не полвторого, а в час. Что кто поставит, ну ничего, присоединиться к нам. Теперь второй том, где, как мы очень надеемся и очень просим Манука Ашотовича, будет помещенный доклад премьер-министра Армении, будет выпущен в ближайшее время и разослан. Как мы там дальше так зашлем, каждому индивидуально, или будет какая-то часть передана в Москву, а мы будем, это мы уже решим организационно, но будет еще второй том, чтобы вы просто знали об этом. И я надеюсь, что новой конференции в этой серии, а вы знаете, серия наука, образование, экономика в вузах и школах, интеграция в международное образовательное пространство, она продолжается, она взяла свои истоки в 99-м году в Словакии. И мы очень надеемся, что в следующем году она в Словакию вернется, хотя есть предложение из Польши. И дальше мы думаем еще и в Болгарии продолжить. У нас были уже конференции в Болгарии, правда, немножко на другую тему. И призываю всех вас следить за нашими объявлениями и принимать участие в наших конференциях. Еще раз большое спасибо. Есть вопросы? Не расходитесь.
Я обещала дать минуту Алле Дмитриевне. Две минуты. Зафиксировали. Почему две минуты? Я сейчас скажу. Я хочу в присутствии таких высоких руководителей, вот здесь, ну, не важно. Короче говоря, ввести нашу конференцию в такую тему, как преподавание математики в профессиональных технических училищах. Потому что по статистике 83% учащихся ПТУ не подтверждали школьную твердость математики. Вот в этом отношении я уже выступала когда-то, я готова поделиться своим опытом и даже поставить не просто статистику, а сделать это самое лучшее. Можно говорить, что не было. Второе объявление такая, розыгрыш. Все присутствующие на свете математики прекрасно знают, кто такой Орлов. У нас была выпущена книжка воспоминаний его сокурсников, его учеников, у него друзей, такого же вот масштаба, как вот эта книжка. И 1100 экземпляров разлетелись за это время. Но давно появилось предложение сделать второй выпуск этой книги. Поэтому я считаю, что люди готовы хоть как-то соприкасаться, хоть что-то знают об этом человеке, или где-то читали что-то, или хотят оценить его работу, или слушали его. Вот я беру Лаву Дмитриевичу, я пока здесь. Значит, подойдите ко мне и скажите, я вам отдайте свои координаты мне, я дам вам другие свои координаты, и тогда вы непременно получите эту книгу. Второй выпуск нашей книги. Спасибо, молодец, и свое слово скажет Анатолий Григорьевич Егоров, заместитель председателя научно-методического совета по математике. Честно говоря, я думал, что закончилось сейчас, когда пришел сейчас, а так как это время уже идет, поэтому осталось 2 минуты, поэтому я думаю, долго говорить не буду. Ну, я думаю, что всем конференция понравилась. Конференция прошла успешно. Но самое главное, это, конечно, общение. Мы установили новые контакты, пообщались с нашими армянскими коллегами, ну и, конечно, между собой. Поэтому я думаю, что традиция проведения таких конференций у нас останется. Кстати, ближайшая региональная конференция организована нашим научно-техническим советом в Ульяновске. В конце апреля, вот, который сам приписывал, присутствует организованная конференция, желающие будут. Ну и поэтому хотелось бы пожелать нам до новых встреч. Вот. И, конечно, поблагодарить наших организаторов конференции в Саркозоре, наших армянских коллег. Огромное спасибо за все, что вы сделали. Большое спасибо. Я приглашаю организаторов, конечно, заместитель министра образования и науки, который, ну, скажем так, главный вот, нашим организатором. Он, кстати, регулярно приезжает в Москву. Мы всегда рады вас видеть. Приглашаем вас на наше ближайшее заседание, которое будет 20 мая, 20 мая, это вторник, в Москве. Поэтому, ну, приезжайте, с удовольствием с вами пообщаемся, послушаем нас. До новых встреч. Спасибо всем. Коллеги, последнее объявление. Сертификаты тут еще в небольшом количестве остались, я сейчас раздам, но вы не волнуйтесь, все будут сейчас дополнительно делать еще сертификаты. Армянским коллегам обещают позднее. Я вам отложила, но Ванук распорядился, чтобы я отдала другим участникам, а вам будет это особое. Так что вы не волнуйтесь, и после обеда тот, кто не получил сертификат, получит свой сертификат. Не волнуйтесь, хорошо? Я, наверное, выражу общее мнение всех присутствующих. Что это было? А не слышал? Да, вообще я очень громко. Такой побежал. Хотел бы выразить общее мнение. Продолжение
друзья, что Красная конференция, это конференция, которую я не знал, если не Лазарев наш, один из руководителей вместе с вами. Я хочу поблагодарить и от вашего, и от своего имени, я самый далекий, так сказать, потому взял слово, к России, да, в таком случае, территориально. Да. Всем присутствующим, кто здесь есть, всем руководителям, значит, ну, главное, конечно, господин Ману Кукрытичар, но вы не сидите здесь президентами, и вас я лично хочу, остальные все на виду. Большое спасибо им, действительно, они так внимательно отнеслись, я первый раз на своей конференции, но с таким пониманием, с таким вниманием ко всем проблемам, которые существуют, что действительно они заслуживают этого. Это была прекрасная конференция. И следующая. Пошутил даже господин премьер-министр. Ну какой шутки там 90% не правда. Именно мы всю отменим, не видим. Правильно. И самое главное, говорит. Так что спасибо большое и вы видите. Сейчас на обед, пожалуйста, спускайтесь.